Божьи слова на каждый день. 6000 лет труда Божьего управления подразделяются на 3 этапа. Период закона, период благодати и период царства. Все эти 3 этапа работы проводятся во имя спасения человечества. То есть они предназначены для спасения человечества, крайне прельщенного сатаной. Однако в то же время их предназначение в том, чтобы Бог мог сразиться с сатаной. Таким образом, как труд спасения подразделяется на 3 этапа, так и битва с сатаной тоже делится на 3 этапа, и данные 2 аспекта Божьей работы выполняются одновременно. Вообще-то битва с сатаной ведется ради спасения человечества, и поскольку работа по спасению человечества не такова, чтобы быть успешно выполненной за 1 этап, сражение с сатаной также делится на фазы и периоды, и война с сатаной ведется в соответствии с потребностями человека и степенью его прельщения сатаной. Возможно, в своем воображении человек верит, что в этой борьбе Бог начнет военные действия против сатаны, точно так же, как это происходит, когда 2 армии воюют друг с другом. Но это лишь то, на что хватает человеческого воображения. Это в высшей степени туманное и нереальное представление. И все же это именно то, во что человек верит. А поскольку я говорю здесь, что средство спасения человека обретается при помощи битвы с сатаной, человек представляет себе, что именно так сражение и ведется. В процессе труда по спасению человека выполняются 3 этапа, то есть сражение с сатаной подразделяется на 3 этапа до полного поражения сатаны. И все же внутренняя суть всей работы по борьбе с сатаной заключается в том, что ее результаты достигаются посредством дарования человеку благодати при помощи искупительной жертвы за грех человека, прощения грехов человека, завоевания и усовершенствования людей. Фактически, битва с сатаной – это не борьба против сатаны с оружием в руках, а спасение человека, реализация жизни человека и изменение характера человека, чтобы тот мог нести свидетельство о Боге. Именно таким образом сатане наносится поражение. Сатане наносится поражение при помощи изменения развращенного характера человека. Когда сатана потерпит поражение, иными словами, когда человек будет полностью спасен, тогда посрамленный сатана будет полностью связан, и таким образом человек окажется полностью спасенным. Поэтому, по сути, спасение человека – это сражение с сатаной, и война с сатаной в первую очередь находит свое отражение в спасении человека. Этап последних дней, в течение которого человек должен быть завоеван, является последней стадией битвы с сатаной, а также трудом по полному спасению человека от владычества сатаны. Внутренний смысл покорения человека – это возвращение воплощения сатаны, то есть человека, прельщенного сатаной, к Творцу после завоевания человека, посредством чего человек отречется от сатаны и полностью возвратится к Богу. Таким образом, человек будет спасен окончательно. Поэтому труд завоевания – это заключительная работа в битве против сатаны и заключительный этап Божьего управления ради поражения сатаны. Без этой работы полное спасение человека, по сути, было бы невозможно, и полное поражение сатаны также было бы невозможно. А человечество – никогда не смогло бы войти в прекрасное место своего предназначения или освободиться от влияния сатаны. Следовательно, труд спасения человека не может быть завершен, прежде чем завершится битва с сатаной,
ибо суть работы Божьего управления заключается в спасении человечества. Человечество в глубокой древности было в руках Бога, но так как человек подвергся искушению и прельщению со стороны сатаны, он оказался связанным сатаной и попал в руки лукавого. Таким образом, в труде Божьего управления сатана стал целью для поражения. В связи с тем, что сатана завладел человеком, и ввиду того, что человек является опорой всего Божьего управления, раз уж человек должен быть спасен, то он должен быть вырван из лап сатаны, то есть его необходимо вернуть после того, как он находился в плену у сатаны. Сатана терпит поражение в результате изменений прежнего характера человека, восстанавливающих изначальное состояние его разума. И в результате этого человека, ставшего пленником, можно вырвать из лап сатаны. Если человека освободить из плена и из-под влияния сатаны, сатана будет посрамлен, человек окончательно возвратится, и сатане будет нанесено поражение. А так как человек будет освобожден из-под темного влияния сатаны, он станет трофеем всей этой битвы, а сатана станет тем объектом, который будет наказан, как только битва будет закончена, после чего весь труд спасения человечества будет завершен.